Светлогорске открылась областная молодежная стройка. Планируется, что весомый вклад в строительство Ледового дворца внесут более 120 молодых ребят, активистов районного комитета БРСМ. В этом году Светлогорскому району выпала такая большая честь, присвоен статус областной молодежной стройки. Радно, что 23-й год – это год 60-летия белорусских студенческих отрядов. Все эти ребята являются патриотами и активистами общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Открытие спортивного объекта в Светлогорске с нетерпением ждут не только местные жители, но и гости города. Планируется, что уже к концу этого года Центр игровых видов спорта в городе Светлогорске, первая очередь Ледовый дворец, радушно распахнет свои двери для спортсменов и любителей зимних видов спорта. И сейчас прикладывается максимум усилий для этого. Приятно отметить, что этой стройке присвоен статус областной молодежной. Светлогорский район выбран не случайно, потому как здесь достаточно большое количество молодежи сконцентрировано. И в этом районе в этом году возводится один из социально значимых объектов в нашей области. И, конечно же, мы планируем привлекать не только ребят, коренных жителей города и района, но и из ближайших районов. Присвоение статуса областной молодежной стройки Ледовому дворцу – это не только честь, но и ответственность не только для Светлогорского района, но и всей Гомельской области. Быть задействованным в возведении значимого спортивного объекта – мечта многих молодых людей. Ведь это не только получение первых профессиональных навыков, знакомство с интересными людьми и приобретение друзей, но и вклад в будущее страны. Для нашего города Ледовый дворец – это долгожданная стройка. Наш отряд постарается принять максимум усилия для этой стройки, чтобы мы провели свое время здесь не зря. Это уже третий мой студотряд. В следующих отрядах тоже, наверное, буду принимать участие.